Здравствуйте, дорогие зрители канала «Куплю интернет» и читатели сайта «Куплю интернет». В сегодняшнем праздничном 1 январском выпуске 2015 года мы будем скрывать подарочки. Подарочки, которые нам принес Дед Мороз на Новый год. Вот такая полосатая посылочка. Посылочка в горох. Еще одна полосатая посылочка, которую уже частично вскрыла моя младшая дочь. Так вот, первая серия, полосатая большая посылка. Что же нам принес Дедушка Мороз? Кстати, да, год овцы, мандаринки в кадре участвуют. И тот самый ножичек. Так вот, первая посылка полосатая от Дедушки Мороза. Давайте поглядим, что Дед Мороз принес Диме, который весь год себя вел очень хорошо. Пытаемся анпэкать, сделать очень аккуратно, чтобы потом втридорого продать эту упаковочную бумагу некоторым товарищам. Так, здесь скроем. Отлично там видно, Владимир. Супер. Вуаля, у нас здесь коробочка, на которой нарисовано яблоко. Называется эта коробочка iPhone 6 плюс 128 гигабайт по игре. Дима все-таки хорошо себя вел, и семья это заценила, вместе с Дедом Морозом, понятное дело. Ну и, конечно же, салоном. Откуда это? Это из Связного. Вау! Купленный по-прежнему по старой цене. Замечательно посуетились. Спасибо большое. Как же нам скрыть лучше всего это замечательное чудо-пакет от Связного? И проверить, что же там лежит в этой коробочке с надписью iPhone 6 плюс 128 гигабайт Space Gray. По старинке скроем. Посмотрим, что же тут написано-то. Написано тут много чего. В основном это гарантийный талон. Это самый. Ага. А с другой стороны написано, что часы Casio GA121A. Товарный чек. А, ну понятно. Это у них черновичок, оказывается, был гарантийного талона. Так, продолжаем вскрытие. Спереди видим, что он беленький, хотя написано Spurs Grey. Давайте откроем и посмотрим. Открывать, понятное дело, будем мега аккуратно. Хотя ножик у нас что-то туповат. Для мега аккуратного вскрытия. Владимир, нет, лезвие случайно. Другой. Хорошего. Так, сейчас мы быстренько сгоняем другим ножом. Другой ножик оказался еще более тупым, чем этот. Но... хотя режут получше. Спросите, зачем это все происходит, аккуратное вскрытие. На это я вам ничего не отвечу, хочется мне так делать. Вуаля, еще один острый ножик нашли. Так. О, другое дело совершенно. Режет как по маслу. Целлофан настоящий китайский поддается нашим уверенным рывкам. Предыдущий unpackage был iPhone 5s, ну мой, в смысле телефон. Происходил он в Австрии, в городе Куфштайн. В октябре, во время Октоберфеста и старта продаж яблочных телефонов в Европе. Так, коробочка мега аккуратно, почти мега аккуратно вскрыта. Смотрим, что же там внутри этой самой коробки. Что там происходит? Съемка идет, да? Все хорошо? Не все еще зрители разошлись. Самое интересное, подождите, не уходите, не выключайте. И вот оно. Все-таки оказывается Space Gray. Да, все дружно радуемся. Что у нас здесь вот этот самый телефон. Прекрасно, 5,5 дюйма.
прекрасно лежит в руке. Ну и иногда даже можно попасть одной рукой во все части экрана. Яблоко, телефон, пленочка. Все на месте. Все как надо. Так, смотрим, что же у нас там дальше есть. А дальше у нас есть инструкция подробная вместе с волшебной скрепкой, которая делает можно разное. Инструкция на русском языке, краткие сведения и наклейки, которые можно прилепить на бампер машины, себе на лоб, на фуражку, на каску, да хоть куда, и показать, что ты яблоко или яблоко это ты. Зарядное устройство, USB, собственно, сам провод Lightning USB и наушники, в которых можно отлично бегать и слушать музыку. И не только бегать, можно еще даже плавать, но тут недолго. Вот такой прекрасный подарок мне моя семья придумала на Новый год. Этому я рад, этим я буду пользоваться. С Новым годом, с новым счастьем. Дарите родным и близким радость. Получайте сами удовольствие. Всего хорошего. До встречи.